Итак, всем привет! Показываем быстро, что можно купить на рынке в Турции после обеда на 500 рублей. Клубника стоит 17 лир. Сразу умножайте, я буду в лирах говорить, в рублях умножайте на 10. 17 лир килограмм, получается 10, мы купили на 10 лир, ну, чуть меньше, да, килограмма. Значит, клубника. 10 лир. 10 лир. Откладываем. Далее. Лимоны. Лимоны взяли. Килограмм лимонов. Да, килограмм. 2 лиры. Лимоны. 2 лиры. 20 рублей. Лимоны отличные, смотрите. Вот, с веточками. Супер. Так, лимоны 2 лиры. Далее. Тыква. Тыква выглядела так аппетитно. Мы обычно ее не едим, но смотрите, какая она яркая. Сегодня на ужин сделаем. 5 лир. Здесь чуть больше килограмма, по-моему. Ну, 5 лир, в общем. Вышло чуть больше килограмма. Тыква. 5 лир. Идем дальше. О, много зелени взяли. Так, мандарины. Мандарины взяли мелкие. Ну, по 3,5 лира за килограмм были мандарины. Вот такие небольшие. Говорят, вкусные, сладкие. Мандарины тоже где-то килограмм. Вышло на чуть меньше килограмма. То есть килограмм 3,5 лиры. У нас на 3 лиры вышло мандарины. Мандарины. 3 лиры. Оставляем. А далее про зелень попозже покажу. Тут очень много зелени. 2 яблока. 2 красных-красных яблока. Ну, по 10 рублей за яблоко. То есть 1 лира. Одно яблоко, значит, всего 20. Яблоки. Яблоки. 20 рублей или 2 лиры. Яблоки 2 лиры. Так, что еще почитаем? Гранат. Гранат — это вообще шикарно. Взяли 3 граната вот таких краснющих. Смотрите, прям супер. У меня немножко засвечивает, не очень ярко, но это супер. 3 граната. 3 граната 5 лир за килограмм. Мы взяли килограмм. Значит, записываю гранат. Гранат 5 лир. Бухгалтерию мы зайдем очень жестко, потому что пока работы нет, приходится экономить, мы все записываем. Орехи брать не стали на рынке. Орехи порежем, будем брать, потому что довольно дорого. Взяли традиционно уже очень крупные семечки, вот такие вот крупные. Не знаю, понятно будет. Вот. Они раза в 2-3 больше, чем обычные наши. 200 грамм семечек 5 лир, то есть 50 рублей. Семечки 5 лир. Так, семечки 5 лир. Что у нас там дальше идет? Так, помидоры. Ой-ой-ой. Пакеты все выпускают. Килограмм томатов у нас вышел. Килограмм, да, тут 7-6 штук. 6 штук. А, помнишь, Аня, я подзабыл, почем килограмм помидора у нас тоже? Томаты. Да, 3,5 лиры за килограмм. А, на 3 лиры. 3 лиры он взял, да, у меня. 3 лиры, чуть меньше килограмма. А, 6 штук томаты. Все, записали. Дальше что у нас тут идет? Затем. Так, 7 штук томатов. Еще один вывалился. Дальше апельсины. 4 апельсина взяли. Апельсины у нас были. Почем апельсины? Апельсины по 3 апельсина. Помнишь, мы с женщиной, которая 10 лет здесь живет,
апельсины по 3 лиры килограмм у нас вышло на 3 лиры, да? 3 лиры. Килограмм как раз, да, 4 апельсина. Так, далее, что у нас? Все, рюкзак пустой. Переходим к зелени. Я все сразу назову. У нас тут огромный пучок салата. Шпинат. Полюбился он не один раз, мы его брали. Шпинат. Пучок. Дальше. Здесь в пакете у нас пучок. Небольшой пучок укропа и пучок рукколы. Вот три вида зелени. Шпинат, салат, укроп и руккола вышли нам в 10,5 литров. Это 105 рублей. 4 вида зелени. 10,5 литров. Так. И взяли яйца, но я их не буду считать, они отдельно, потому что яйца здесь дорогие. 20. Самое выгодное, самое дешевое, что мы здесь видели, яйца. 30 штук. 21 лира, то есть 210 рублей. 70 рублей за 50. Дороже, чем у нас, да? Примерно так. Вот давайте подсчитывать, что мы взяли на рынке, кроме яиц. Итог. Значит, клубника 10, плюс лимоны 2, 12, тыква 5, 17, мандарины 3, 20, яблоки 2, 22, гранат 5, 27. Плюс 5 семечки, 33, томаты, 36, томаты 3, апельсины плюс 3, 39, зелень 10,5, 39 плюс 10,5, получается 49,5, 49,5 лир, равно 500 рублей, без 5 рублей 500 рублей. Если честно, по нынешнему курсу, вот прям по сегодняшнему курсу, давайте я посчитаю прям на калькулятор. Вот сегодня мы переводили на... У нас есть турецкий счет в лирах на карте Тинькофф. Мы переводили рубли в лиры и снимали наличку, так как без комиссии выгодно. Об этом сделаем видео, которое выложим. Значит, курс 10,22 рубля за 1 лиру умножаем на 49,5. 500, ну 505 рублей получается. По курсу мы на 505 рублей накупили всего, да, у нас. При этом у нас рюкзак на 30 литров, и мы полностью его забили, даже не поместилось. Вот, на 500 рублей мы взяли клубнику, лимоны, тыкву, мандарины, яблоки, гранаты, семечки, томаты. 200 грамм семечек, кстати, не упоминал. Семечки, томаты, апельсины и очень много зелени, которая нам недели, наверное, на две хватит. Ну, полторы где-то. Точно. Вот так, такие вот цены на рынке в Турции. После обеда будет дешевле. Мы пошли к 3 часам, но надо идти вообще полпятого где-то, в 5, и будет еще все дешевле. Вот, подписывайтесь, будет... Еще много интересного дальше.